Девчонки, всем огромный привет! Сегодня хочу вам рассказать о своем полете. Так получилось, что я сегодня летала на маленьком самолете. Я не знаю, как он называется, по-моему, Cessna. Я очень боялась. Как вы знаете, кто смотрит долго уже, да, мой канал, вы знаете, что я очень боюсь высоты. Я, ну, не знаю, как я себя пересилила, знаете, просто вот решила, что все, надо полететь, надо попробовать новые впечатления в жизни, да, и решилась и сделала это, да. Очень страшно было именно сам взлет и посадка. Потом как бы более или менее нормально, но вы сейчас увидите в ролике, да, я сняла полет. Даже если вам кажется, что мне не страшно, мне было страшно. Но потом, когда вот ты приземлился, ходишь и думаешь, ну вот классно, что ты все-таки пересилил себя и сделал это, да? И я давно хотела. И, кстати, я у Насти на канале вот видела видео, она летала с мужем на воздушном шаре, и именно это видео меня вот как-то подтолкнуло вообще к самой мысли, что я хочу, ну, воплотить это. Как бы я хотела давно полет осуществить, да? Но воплотить в жизни я как-то решилась, это вот задумалась именно об этом. После того, как увидела у Насти Анастасеевны на канале видео. Девчонки, извините, что здесь шум, здесь куча народа еще рядом стоит. В общем, девчонки, смотрите, не бойтесь. Высота была 300 метров. Вы знаете, вроде бы как невысоко, да, типа невысоко, но, девчонки, это реально страшно. Как бы с 300 метров прикольно разбиться, да? Поэтому, девочки, смотрите. Хорошего вам просмотра. Кто боится высоты, не волнуйтесь, все нормально. Видео закончилось хорошо, раз я здесь стою. Это все происходило в комплексе гостилицы. Это за Санкт-Петербургом. Народу было много, даже приехала невеста туда, представляете? Вот прям у нее свадьба, она приехала летать. Думаю, блин, прикиньте, вот разбиться в день свадьбы. Ну круто, да? Вообще, конечно, не очень круто, но ладно. Ладно, девочки, не буду занимать ваше время, потому что видео довольно-таки длинное. Как я там держалась и вот так вот камерой снимала, трусила. Так что хорошего просмотра.